Так, с чего начать? По поводу рыбалочки на крессе. Плохо берет. Окунь проклевывает слабо. Взяли там с Максом по пару судачков. И тут такие грамм 300-250, наверное. Опускали их. Он еще был такие спали судачки, конечно. Плохо, конечно, берет. Но это я добавлю, вам покажу. Так, может, на этих выходных на дальний, может, карась проклюнет. Пробовать уже, правда, холодно. Ну, ничего, думаю, может, это клюнет. А так, хищник не хочет брать. Это у нас от хищника маловато, конечно. Так что, такие новости. Сейчас добавлю. Воду не видно, Макс. Глянь. Туман и воду не видно. Штиль. Ближе к тебе. Тянешь? Тяну, я не могу его поднять. Я сейчас помогу, ты главное сюда его дотяни. Судачок, хорош. Я его за бок поймал. За бок поймал? Да, потому он так и тяжело идет, да? Он небольшой. Тю, блин. Нет, это же ты его запутала просто. Не, клюнул. Ты его запутала, да, то я так тяжело и шел. Я его выпускаю, я не могу. Не порвала там его, не? Так его там порвало. Да, дайте в силикон. Ты трусишь его? Прикольно. Слушай, я думал, там что-то такое крупное.